Привет всем! С вами канал The Big Lady of the Small House. Конечно, этот сезон я хотела открыть совсем с другими видео. То есть видео у меня планировались съемка деления луковиц на размножение. Но в итоге у меня опять, наверное, получится сериал по лечению от клещей. Вот, посмотрите, вот видите, относительно здоровая чешуйка, под ней слегка как будто подмороженная мятая, и вот такие вот темные пятна. Это первые признаки присутствия в луковице не на поверхности, а именно в чешуйках. Вот они прямо видна, темная полоса. Вам придется мне придется опять зачистить огромное количество слоев, тем более вот тут гниль, тут ее лопатой рубанули луковицу, пока выкапывали. Целая кучка сюрпризов будет. Тут угнилой цветонос. Так. Сейчас немножко опущу камеру, чтобы и мне было видно, и вам. Итак. Предыдущая луковица меня поразила жутчайшими колониями. И вот на такой вот стадии было вроде бы все чистенько, но было какое-то маленькое смутное пятнышко. И оно казалось мне подозрительным. И пришлось снять еще пару чешуй, а под ними было пиршество. Если помните мультфильм про Федорино Горе, как там пировали тараканы. Вот, вот тут то же самое. Луковица, она, чешуйка нездоровая. Я даже не знаю, как ее описать. Она такая вот молочно-мутная, начинающая портиться. Нет вот этой здоровой, сочной чешуи. Она какая-то вот начинающая подгнивать. И те, кто возьмутся за хирургию, гипиастрома, поймут, кто возится с этим. Очень сложно ее описать. Она вот какая-то... Вот сразу понятно. Вот я говорю, у меня нету слов описать состояние этих чешуй. Есть сухие чешуйки, есть здоровые, есть сочные. А эти, они именно вот как будто какие-то полужелеобразные. Ну, непонятно что. Вот такие вот, нездоровые, подгнивающие. Вот тут вроде бы все чистенько. Хочу убедиться в этом. Ну вот она, видите, она такая вот отличается цветом. Она такая молочная. Цвета сгущенки. Что, тут чешуйку спокойно снимаем вместе с цветоносом. Да. Лишний раз убеждаюсь, что все эксперименты по размножению надо будет уже делать на домашних луковицах, которые хорошо откормились, пролечены, абсолютно здоровые. А у меня уже горшки под эти задохлики готовы. Высажены. Так, тут вроде бы чистенько. Внутри чисто. Я туда только капну миральдом. То есть он там у них работает. Луковицы тем более у меня будут находиться на улице. Они будут обдуваться ветром. Это не тепличные условия, где минимальное дуновение и шевеление воздуха. А то эти будут стоять у меня на улице. Как карантин. В принципе, донцы хорошие у них. Так что, может быть, эту луковицу я все-таки отправлю на размножение. Вот так. Миральд традиционно.
на донце. Этот луковичный клещ, который живет на поверхности и внутри чешуек. Капну чуток внутрь. Обычно, конечно, не рекомендуется. Но в данном случае пусть он там сидит и работает. Хочу, чтобы все вот эти зазоры, где могут спрятаться клещи, были обработаны миральдом. И луковица у меня отправится в карантинник. Но окошко подальше от растений остальных. Вот так. Листики вроде чистенькие. И у меня осталось еще две луковицы на обработку. Это будут следующие два видео. И посмотрим, сколько из этих луковиц у меня уйдет на размножение. Ну что ж, удачного всем дня. Пока!